Сегодня выходной день, но, похоже, только для женской половины. Город переполнился мужчинами. На улицах, в разнообразных магазинах, ну и на цветочных рынках города. Там с утра без остановки из образовавшейся автомобильной пробки раздаются нетерпеливые сигналы клаксонов автомобилей. Вперемешку с возмущенными выкрикиваниями мужчин. Больше трех букетов в одни руки не давать. 8 марта, конечно, всегда приводит мужчин в нешуточное волнение. Ведь букет и подарок для любимой женщины выбрать непросто. Хочется удивить, порадовать, а главное произвести на женщину должное впечатление. Мы решили узнать, что чаще всего мужчины дарят представительницам прекрасного пола. Пытаемся радовать женщину своим хорошим поведением хотя бы в такой день. С утра цветы, легкий завтрак, а дальше уже сам подумаю, что там. Цветы, здоровье и, конечно, подарок какой-то, который она мечтает получить. Как муж, каждый муж должен знать, что он должен дарить своей жене. Дарю украшения, потому что они в этих украшениях еще красивее на 8 марта. Обязательным условием, но это скорее не подарок, а как просто обязательное условие, это букет цветов. И, конечно же, хочется подарить какое-то красивое, желательно дорогое ювелирное изделие. Как правило, на подарки родным закладывается более крупный бюджет, поскольку самых близких людей хочется порадовать особенно. Коллег же по работе или друзей женского пола принято поздравлять небольшими презентами, поднимающими настроение и создающими праздничную атмосферу. Каждая дама ждет в этот чудесный весенний день не только поздравления, но и свой законный подарок. А вот и подсказки мужчинам, выбирающим приятные сюрпризы для женщин. Какие-нибудь ювелирные украшения? Серьги, например. Я хочу барби. Я бы хотела получить цветы. Любой подарок от моего любимого мужчины я приму. Абсолютно любой. У вас столько времени эфирного нет. Путевку в Египет. Золотые сережки и колечко. Недорог подарок, а дорого внимание. Сюрприз. Пусть это будет сюрприз. Парфюмерию, косметику. Иногда-то может быть сумочка. Такая оригинальная, новая. Оказывается, лучшие друзья девушек не только бриллианты. Главное ведь просто напомнить женщинам о ваших чувствах, порадовать каким-нибудь приятным сюрпризом. Это уже сделает ее счастливой. И все же желаем, чтобы в жизни каждой женщины было место для огромного букета любимых цветов и необъятного моря любви и счастья. Чтобы не только праздник, но и каждый день был наполнен приятными моментами. И пусть каждая женщина найдет то самое плечо, на которое можно опереться. Будьте счастливы и любимы! С праздником, дорогие женщины! We'll be right back.